Сейчас день прошел, большой срок после того, как была вызвана полиция на Зеленую, 27, СНТ Нива Химкинского района. Как видите, на этот раз террорист стреляет импульсными сигналами. Вот видите, скачок, это означает импульс. Это на столе в кухне. Направление идет на дом террориста на Зеленой, 27. Такая же величина импульсных воздействий в любой точке кухни. И также на человеке. Из этого можно сделать вывод о том, что приезд полиции не состоялся, значит, террорист от СС, то есть от спецслужб Российской Федерации. Иначе были бы приняты меры, если бы это был ИГИЛ или какая-то другая террористическая организация. Значит, террористическая организация является спецслужбы Российской Федерации. Я ушел в другую комнату. Луч террориста перешел сюда. И, как видите, стреляющими импульсами бьет этажом выше. Такое губительное воздействие я назвал для выборочного поражения концлагерем. Это действительно концлагерь не хуже Освенцима. Уничтожают и калечат людей. Лишний раз убеждаюсь в том, что это спецслужбы Российской Федерации. Вот видите, импульс по физике воздействий имеет более сильное поражающее действие, чем монотонный постоянный сигнал.
направление. И здесь прибор показывает на зеленую 27 СНТ Нива, Химкинский район Московской области. Сними показания по всем комнате. Деревня Пенкино. Офис Международного суда матерей. Замеры, произведенные на кровати. Как видите, прибор зашкаливает. Это место, где я лежала последние 2 часа. И непонятно, что произошло. Симптомы, жуткая боль и все, что вы видите по замерам на кровати. Очень сильно зашкаливает прибор.